Они выходят с автобуса. Все. Все, я понял. Понял. Выходите, господа журналисты. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. За что уже держали согласно с обвинениями? А куда идти? А, так сюда, стойте. Куда же идти? Куда идти? Коллеги, за вас хлопотали, чтобы вас отпустили. Мы не собираемся никаких. Ребят, пару слов, мы вас просто понимаем. Серьезно, мы же по-человечески. Да, сегодня станицу Луганск разбомбили, и там погибли украинская авиация. Ребят, как с вами обращались? Давайте не будем это трогать, просто как прошло ваше время вашего пленения, действительно все было хорошо. Как с вами обращались? Все было хорошо. Серьезно, это не ирония. Поскольку вот очень много журналистов российских было задержано, не очень хорошие истории были. Мы сейчас пытаемся много понять. Еще было убито украинским военным. Ребят, давайте оставаться коллегами. Просто вот вы согласны с тем, что мы делаем? В принципе, мы занимаемся новостями. Вы говорите, что мы врем. Разве мы... Вот, действительно, вы слышали от нас какую-то ложь, конкретно от тех, кто работает здесь? До свидания. Скорых встреч. Удачи вам. Ребят. Куда вы сейчас направитесь? Какие поставили условия освобождения? Продолжите ли вы работу? Барышня не хочет рассказывать, это понятно. Мы свободны, все, мы можем уйти. Вы свободны? Да? Или у нас нет возможности уйти? Просто скажите, что дальше? Вы будете продолжать работу? Скажите, почему вы не хотите разговаривать с российскими СМИ все-таки? Вот ребят, мы были на вашем месте. Мы же работаем, блин. Мы все занимаемся одним и тем. Мы журналисты. Это выглядит как-то не очень с вашей стороны. Смешно, высокомерно, глупо. Просто скажите, хорошо, вы будете продолжать заниматься журналистикой здесь? Мы можем тебе постановить. Ладно, ребят, ну дальше.